Hei, salut, dragi telespectatori! Noi suntem azi în Parcul Valea Mărilor și împreună cu dumneavoastră o să aflăm ce cred oamenii despre învățământul gimnazial și cel primar. Haideți să nu pierdem timpul și să mergem la treabă! Dependență de statutul elevului, dacă acesta cunoaște sau nu cunoaște materialul, pentru unii poate fi o provocare, pentru ăștia care mediu, mijlociu. Pentru ăștia care cunosc, cred că nu e o provocare, cred că e ceva care evaluează cunoștințele la nivel general, pe an. Un elev care e pregătit, cred că nu e provocare. Nu, cât învață, asta cred că e o problemă pentru dânșii stresați la examene. Poate în ziua așa nu poate răspunde la tot examenul care e al doilea. Nu, ei poate știu tema, dar nu răspunde. Pe ce mă ispitanie? Это проверка знаний. Зачем человек учится вообще там 11, 10, 12 лет? Экзамен – это проверка знаний. И это не то есть, мне кажется, что это даже не надо в обязательном порядке выдвигать сами экзамены. То есть это должно жить в каждом из нас. Вот если я прохожу какой-то этап обучения, естественно, нормально, если я хочу проверить свои знания для того, чтобы я дальше могла... То есть я могу не учиться, да? То есть я могу сделать галочку, да, какую-то в своем портфолио или где-то еще, что я типа обучилась, да? Но при этом не пройдя экзамены, как я докажу свои экспертность. То есть также и в школе. Экзамен – это экспертность. Экспертность тех предметов, которые являются базовыми для любого человека. Да. Да. Для чего? Потому что синкордиазу менцели, как мы говорим. Синкордиазу система, как здесь, как гендежды. Неурони, креер. Неурони, креер, да. Я синкордиазу, и сперди. Сперди Валеру, когда студенты и эксперты на самом моменте. Что ты взвозла, сигур? Эксперты, активитаты, кредит. Да, для чего кредит зашла? Ну, так, так, ну, и предание меня, как депилда кумак и онлайн. Я кредит, что мара мажоритати, ну, фаци-фаци к онлайн. Ты взвозла, ты взвозла. В современном образовании теряется креативность. Более того, школа сейчас, мне кажется, больше уничтожает эту креативность, чем развивает. Потому что сейчас в нашей системе образования вообще понятия креативности нет. Entr-un final, dacă cinstit, nu cred că dezvolt ceva la școală. Nici gândirea, nici gândirea. Pur și simplu un pas în viață care 5% care poți să ajute în viață ceva și în viața la școală. Atât. Nu cred că este obligatorie, dar ar fi binevenită, deoarece elevii ar trebui să fie diferențiați de cealaltă categorie socială sau, să zic așa, de ceilalți, alte instituții de învățământ superior, mediu, mijlociu. Da. Din ce cauză? De atâta că nu iese că acela e îmbrăcat așa, acela așa. Eu așa s-o cot. Da. De ce anume? Ui, deși cam ies prea mare diferență între bogat și sărac. Și adică să nu fie o indiferență de între... Da, cum, copiii suferă. Это, я не знаю, я не думала над этим вопросом, обязательно или нет, но мне кажется, что если мы говорим о каких-то вот таких вот учебных заведениях будущего, где у каждого учебного заведения есть своя программа, да, свои какие-то акценты в обучении, своя стилистика обучения, то форма, она подчеркивает приобщенность к этому учебному заведению. Поэтому это, да, то есть она прививает, наверное, культуру того, что вот мы все вместе. Поэтому школьная форма для меня актуальна, я не знаю, почему кто-то против нее. Вообще, я считаю, что школа – это как раз то место, где нужно делать акцент не на том, как выглядит человек, мне кажется, это вообще не важно, а на том, что он получает в школе. В школе, как вообще, в принципе, в системе образования в целом. Угу. В да. образовательном процессе, я бы сказала. Да, действительно, у нас один... Păi de capul lui, altul să arăți frumos și adică cât de cât măcar să fie mai simplu, dar să uite la un fel. Să face o indiferență da, dintre ei. Să nu fie păreri unul despre altul. Că așa la așa, că așa la așa. Dacă elevul este dejun
răspuns informația pe care o oferă profesorul și doar realizează sarcina pe care acesta o dă pentru acasă. În dependență de sarcină, până la jumătate de oră, dacă sarcina nu e complicată, dacă el vrea personal să se autodezvolte, ar fi benefic să mai ocupe weekendul cu informații suplimentare sau să stea în bibliotecă. Oi, amâine e greu de spus, el e tare puțin timp fac. Ca o telefoane, dacă tare, ar trebui măcar vreo două ore să stai. Da, două ore ar fi normal, dar ei fac din fugă, ca tare. Au mult pe acasă, dar ei scrăbesc termenii mai repede, ca au alte greși. Это часа три. Ну, вот, например, мой муж, он специалист в очень узкой такой сфере, он 3D-моделер, да? И я знаю, что он, вернее, вот вы себе не представляете, сколько он учится для того, чтобы постоянно быть в теме, для того, чтобы постоянно давать те результаты, которые от него хотят, да? Для того, чтобы все время быть лучше, он постоянно учится. И для него выполнение, да, то есть эти вот те же самые домашние задания, которые он выполняет в процессе работы, да, то есть это постоянная прокачка. Поэтому для меня домашние задания это такое дело чисто тоже индивидуальное. То есть этому нужно, то есть ты постоянно, если ты учишься, это нужно делать постоянно. То есть домашнее задание для вас, для нас это какое-то обязательное мероприятие. Но если подойти к этому осознанно, вот, например, вы получаете какие-то знания, то для вас домашнее задание это способ эти знания укрепить, закрепить, правильно? Поэтому сколько на это время уходит, мне кажется, не знаю, это неправильный вопрос. Временно не важно. Не важно. Это все индивидуально. То есть если мой таргет, оценка 6, да, к примеру, по 10-бальной системе, значит, я посвящаю домашним заданиям 1 час, да, я поверхностно прохожусь по всем темам, которые я там, ну, там, мне сегодня там преподали в школе, и я прихожу быстренько там, выполняю домашнее задание для того, чтобы получить свою оценку 6. Если я человек, которого у меня там, допустим, таргет оценка 10, и я хочу очень сильно выделяться, да, для меня вот, в общем-то, индивидуальность это на первом месте, я хочу быть лучшим, да, то есть я лидер по своим этим. По своей воле. Да, нет, по своему характеру я лидер. Значит, я буду сидеть и фигачить столько, сколько мне нужно, да, вот для того, чтобы получить эту 10. Доори мулт, катари. Доори прямо, да? Да. Dar a mediu cam cum crezi că ar trebui să acorde ei pentru... Deci, cum trebuie să șadă numai cu școala în cap, trebuie să mai ai timp liber. Și pentru alte activități. Corect. Normal, e foarte bine s-o acasă și-o mâncat, s-o băit, poate o dormit alea cu o oră și s-o scoat și o oră și faci temele și noapte bună și mâine la școală. Nu, pentru că ne formează, în primul rând, ne formează în viață, chiar dacă unii nu sunt de acord cu această părere că, de exemplu, matematica învățăm cei ce nu o să trebuiască în viață, oricum toate lucrurile... Da, sunt binevenite. Nu, școala e numai decât trebuiește. Și până la ce clasă credeți că ar trebui să fie obligatorie? Școala medie. Tu cum crezi, mă? Clar. Dar tu cum crezi, mă? Eu nu știu de la copii. Pentru care copii, pentru copii cred că util? Ei spun că e inutil, da. Clar că inutil. Și inutil. Și ce înseamnă inutil și ce înseamnă util? De folos или фолос? И де фолос школа, а вы фера де фолос? А, де фолос. У моего дедушки было 4 класса образования. Мне кажется, у вас же там прадедушки, да, то есть это примерно у нас такие разница в возрасте. Моего деда было 4 класса образования. Я ему постоянно, он меня заставлял постоянно читать книжки там или газеты вслух, да, потому что он, ну реально к 60 годам он очень-очень плохо справлялся с чтением, он практически не умел читать. Но зато он был замечательным строителем. Вот реально он построил очень много объектов и в России, и у нас в Молдове, он даже построил школу, в которой я учился, и при этом он всегда был почетником, то есть он всегда делал это классно. А в деревне, в которой он жил, лучше него никто не строил печки. Но это не помешало ему, как бы, ну, вернее, отсутствие образования не помешало ему стать классным специалистом. Если ты хочешь быть врачом, то образование обязательно. То есть тебе нужно пройти и обязательный курс каких-то базовых предметов, тебе нужно пройти и профильные предметы и так далее. Это обязательно. Но если ты хочешь быть строителем и лучшим в своей сфере, то есть образование тоже дело индивидуальное. Мне кажется, что здесь как бы отсюда нужно исходить. Я не знаю, вы вообще что думаете по этому поводу? Вот если вы пишете эти работы, то есть какая у вас цель? Вот эти вопросы кто вам дал?
Я сочинил. Вы сочинили эти вопросы? Для того, для чего? Ну вот что вам важно вот из моего, в моем ответе, что для вас было важно узнать? Для меня ничего не важно. То для меня важно ваше статистика? Мнение. Да, чтобы показать всем, что думают люди об этом. Что думают люди о школе, что думают люди о школьной программе, что думают люди об экзаменах, о все, что делается в нашей стране. И чтобы мы в финале подытожили и увидели, что, как, какое мнение есть у людей по поводу этого. Если я не хочу учиться, да, то есть я не буду учиться. И я буду говорить, что в школу я... Вообще школа – это вообще фигня, и вообще я по жизни стану нормальным человеком, я заработаю кучу денег и без вашей там школы. Да, если у меня есть мозг, а это, поверьте, в процентном соотношении такое очень печальное зрелище, потому что, ну, как бы люди редко включают свой мозг, то, конечно же, я буду как бы ратовать за образование, потому что это мой путь к развитию, это мой путь к становлению меня как определенной личности, формата уже, да, более высокого уровня. Да, я согласен с вами, но в нашей стране школа до 9 класса обязательная. Угу. Вот как вы думаете, нужно менять эту... Обязательно менять. Вообще обязательно менять. Я была учителем 12 лет. Я преподавала русский язык и литературу. Я всегда, когда видела мальчиков вашего возраста, сидящих у меня в 12 классе и приходящих после серьезной пьянки и каких-то загулов, но приходящих, потому что они меня уважают, и как бы надо прийти на первый урок, иначе просто ай-яй-яй. И 12 класс, 11 класс, и когда я бегала за их родителями и кричала им: «Ваш Егор не выполнил домашнее задание», передо мной стоит, ну, значит, мужчина 18 лет. Значит, не должно быть ее, чтобы... Это должно быть исключительно индивидуально. То есть я им всем время говорю, то есть если ты хочешь быть строителем, значит, ты учишься 9 классов или там 7 классов, и идешь дальше, идешь в профессиональное училище, занимаешься тем, чем тебе нравится. Если ты хочешь быть сантехником, который тоже зарабатывает достаточно много в наше время, то ты тоже можешь закончить только 9 классов. Но если ты хочешь быть юристом, если ты хочешь быть врачом, если ты хочешь быть менеджером какого-то высшего звена, то ты обязан получить это образование. Но это все исходит от вас самих, да, то есть это твой настрой. Нельзя сидеть в школе, протирать штаны, заниматься херней, извините, да, тратить на это все кучу времени. Для чего? Все равно вы согласны, что базовые элементы мы должны учить. Ну, дважды два, четыре должны знать все. Хотя вот в Америке это не обязательно. Хочешь уйти, учись, хочешь не учись. Вы видите, какая там ситуация в принципе. Profesor, sunt în domeniul matematic și în rest, profesor... Nu văd plusuri, alte plusuri. Oricum, crezi că școala gimnazială și cea primară ar trebui să fie obligatorie sau nu? Nu, dacă ar fi ceva școală, o lecție de educație, de exemplu, care e concret de educație, nu că e istorie sau să vorbească de educație, adică să fie... Educația în viață, cum să te comporți... Maniera de comportament. Da, păi da, atunci da, și tot de șansă, nu-i rost. Astea au fost răspunsurile oamenilor pentru ziua de azi, iar pentru noi informații, noi ne vedem în ediția următoare.